В условиях, ограниченных возможностями разного рода приспособлений, ручек, можно выполнять трицепс с верхнего блока, используя при этом веревку, вот такую вот, в качестве ручки. Выполняя трицепс, французский жим следующим образом. Вот таким образом. Это упражнение относится к общеразвивающим упражнениям. Не выполняется, как правило, или очень редко выполняется упражнение профессионалами, зато часто используется это упражнение для новичков, для тех, которым нужно укрепить свои мышцы в данный момент, мышцы трицепса.